Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Потоп. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание, духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.